Всем привет! Вы снова на канале Music Market, и на этот раз мы будем обозревать две электронные ударные установки: SoundKing SKD-120 и Alesis Turbo Mesh Kit. Начнем, конечно же, мы с SoundKing. Это максимально компактная ударная установка. Она имеет двухзонный рабочий малый барабан размером 7,5 дюймов, 3 тома такого же размера, 8-дюймовый хай-хет и 2 треугольных пэда под крэш и рай. В модуле предусмотрено 250 тембров различных барабанов и 20 готовых ударных установок, подходящих для различных музыкальных стилей. При желании вы можете создать и сохранить в памяти до 10 собственных установок, настроив при этом чувствительность и другие параметры каждого пэда. Для обучения в модуле имеется 20 тренировочных треков и, конечно же, метроном. Кроме этого, в модуле предусмотрен выход на наушники мини-джек 3,5 мм для бесшумных занятий, вход AUX-IN для смартфона или плеера, USB-OUT для подключения к компьютеру, два выхода для подключения установки к акустической системе или аудиоинтерфейсу, джеки 6,3 мм, а также стандартные 5-пиновые разъемы MIDI-IN, MIDI-OUT. Все составляющие компоненты мы разобрали, и это немало, потому что для начинающих исполнителей для дома этого будет сверхдостаточно. А теперь давайте послушаем, как она на самом деле звучит и стоит ли своих денег. Alesis Turbo Mesh Kit состоит из такого же количества пэдов. При этом пэды малого барабана и томов увеличены до 8 дюймов и выполнены не из резины, а из кевлара, который обеспечивает достаточно натуральный отскок. Степень натяжения пластиков, кстати, можно регулировать. Тарелки в этой модели увеличены до 10 дюймов. Для обучения предусмотрено 60 треков. Звуки барабанов проработаны достаточно тщательно, тут их аж целых 385 штук. Что касается разъемов, они такие же, как и в SoundKing. В целом эта установка менее компактна, чем SoundKing, и питается она только от сети. Помимо пэдов в комплект входит устойчивая рама, модуль, блок питания, коммутация, ключ и палочки начального уровня. К слову, обе сегодняшние установки позволяют записать ваше исполнение прямо в память модуля. Давайте теперь послушаем, как она звучит. We'll be right back.
Ну а теперь давайте подведем итог. В качестве сборки здесь можно не сомневаться. И Alesis, и Sound King выполнены качественно. Если вы хотите заниматься дома, в тишине, чтобы соседи не жаловались, тогда вам лучше, конечно же, подойдет кевлар. Он гораздо бесшумнее, нежели пластик. Если играть по кевлару, звука никакого почти нет. Это, по сути, сетка. Хочу порекомендовать Sound King для тех людей, которые либо не могут, либо не хотят в своей квартире выделять так много места для ударной установки, но уже устали заниматься на беззвучном пэде и хотят чего-то более современного, но не акустическую ударную установку громоздкую. Для них это будет оптимальный вариант. Alesis же подойдет для людей, которые уже хотят полноразмерную ударную установку, которую можно отрегулировать под свои руки, под свои удары, и у которых есть достаточно места. Если сравнивать, она в два раза шире. В то же время Turbo Mesh Kit куда компактнее акустической ударной установки, гораздо мобильнее и не доставляет хлопот соседям. На этом у меня все. Хочу с вами попрощаться. Кому видео было полезным, кому оно понравилось, кто-то, может, что-то узнал для себя новое, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и ожидайте новых видео.